Здравствуйте, меня зовут Соколов Вениамин Вениаминович. Мне 62 года. Я хочу сказать добрые слова в адрес международного благотворительного проекта «Всем миром», которому в ноябре 2016 года исполнилось всего 5 лет. Но даже за это короткое время фонд оказал помощь далеко не одному ребенку, за что ему большое спасибо. И так, наверное, могут сказать многие люди не только нашей страны, а всего мира. На днях в авиакатастрофе погибла российская доктор Лиза, которая оказывала помощь детям в горячих точках, вывозила их из воюющих государств на лечение в Россию. Так вот, для нее не было значения, чей это ребенок и какой он национальности. И мне бы хотелось добрыми словами почтить память доктора Лизы и оставить добрый положительный отзыв о международном благотворительном проекте «Всем миром», который также оказывает помощь детям в преодолении ими различных недугов. И я уверен, что большое количество людей сможет объединиться вокруг всемирного благотворительного проекта, тем самым совершить больше хороших дел. И свое короткое выступление я хочу закончить такими словами. Спасение одного ребенка не изменит мир, но мир, несомненно, изменится для этого одного ребенка. Задумайтесь, уважаемые, и давайте объединяться в данном проекте. Спасибо. Все. Thank you.